Администрация Кировского района Самары призывает регулярно ходить на профосмотры и диспансеризацию. Это помогает вовремя диагностировать онкологические заболевания. Работающих граждан поликлиники готовы принять в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно, по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демография. Телеграм-канал администрации железнодорожного района призывает самарцев стать соавтором социокультурных трендов вместе с форумом «Ладога». 7 дней молодежного события, 600 единомышленников и 100 спикеров. На форуме можно узнать, как создать молодежные проекты, направленные на формирование современной идентичности, построение гармоничного общества и сохранение исторического наследия. Подать бесплатную заявку можно на сайте «Росмолодежь. События». Форум пройдет с 9 по 15 сентября. Регистрация открыта до 9 июля. Открытое окно «Прямой путь к трагедии» напоминает телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской». Чтобы предотвратить несчастные случаи, нужно установить на окна блокираторы. Нельзя оставлять открытое окно, уходя из комнаты. Не нужно ставить к окнам диваны и стулья. Стоит помнить, москитные сетки не уберегут от падения. Облокачиваться на них нельзя.